нас сегодня помидорка поживает, уже такая большая достаточно. Ждем, когда ты созреешь. Будем из тебя делать салат. Ну вот, сад у меня по-прежнему цветет, растет. Ничего, правда, не цветет. Подсолнух сдох. И одна настурция вот осталась. Ветрено у нас, видите, какой ураган. Опять кроссовки сушатся. Ну, хочу сказать, вот, помидорка моя одна, единственная, неповторимая. Так долго я ждала, когда же она покраснеет. И вот вроде бы начала краснеть. Маленькая, но своя. Очень приятно так выглядит. Наконец-то. Может быть, когда-нибудь я ее съем. А вот и я, привет! Вот уже почти созрела моя помидорочка. Мягенькая уже почти. Ну ничего, зрей. Дня через два уже можно будет скушать. Ням-ням-ням. Зреет моя помидорочка. Может быть, завтра, послезавтра я ее скушаю. Скушаю. Ну что, срываем сегодня мою помидорку. Мой единственный урожай, который вырос. Ну, лучок, правда, еще вот есть. Может, с луком порезать, как эту. Так, сейчас посмотрим. В общем, срываем. Вот она моя одна, единственная, неповторимая помидорочка. Та-дам! И лучок нарвем. Порежем. Салатик. Так, что тут еще у нас падает? О, сейчас будет салатик. Собственно, выращенный урожай на балконе. Так, сегодня у меня оливье, лучок, хлеб и разрезаем мою помидорочку. Ну-ка, что тут у нас? Ай, какая красивая. Ладно, я ее просто так съем с солью. Так. И так. Вот, готов мой обед. Моя собственно выращенная помидорка с лучком. Ну и салат оливье сегодня у нас не диетический, с майонезом. Итак, какой он вкус собственно выращенной органик помидорки. Сейчас попробуем. Чуть-чуть соли. Ой, много соли. Прямо такие, как я ела на Кубани. И в Лондоне мне иногда попадались такие на рынке. Очень-очень-очень вкусные. Ну и лучок. Вкусняшка. Помидорка. Соль. И лучок. Прямо как корова. Вот она, красавица. Ой, не видно. В общем, красивая помидорка. Вкусная. Лучок я прямо люблю с солью так есть. С яйцами, кстати, очень вкусно. Ну, вот так. Собственный огород на балконе. Класс.